Гордая и ровная осанка дома. Отличное упражнение, которое укрепляет мышцы, ответственные за осанку. Отведение рук вдоль стены. Я Роман Романюк, и здесь о том, как уверенно похудеть навсегда. Подписывайся. Для этого мы опираемся в стену тазом, лопатками, макушкой. И тыльной стороной ладошек мы двигаемся по стене. И стараемся еще тыльной стороной ладошки давить стену. Подконтрольно вниз, подконтрольно наверх. Стараемся ладошками прижиматься максимально к спине. Вниз вдох, наверх выдох. От 10 до 30 раз. Пользуйся!